аномальное место в Армении, где машины на нейтралке едут в гору, а вода течет вверх. Вон там начинается ручей. И течет просто вверх по горе. Вот видите, там машина ребят стоит, они выше меня сейчас находятся. А ручей продолжает течь к ним. Как такое может быть? И даже если машину переставить на нейтралку и отпустить, тормоз, она покатится в гору. Я просто еду на нейтралке в гору, ребята. Или если мячики поставить, они тоже покатятся в гору, смотрите. В гору катится, ё-моё, что происходит? Аномалия эта находится по дороге в крепость Амбер на склоне горы Арагац. Приезжайте, изучайте, экспериментируйте.